Привет, мои прекрасные, с вами Дарья Криф, да и я безумно рада приветствовать вас на моем канале. Друзья, мы с вами практически всегда говорим о макияже, но в комментариях я всегда нахожу просьбу поговорить и об уходе за кожей лица тоже. На самом деле, я и сама рада рассказать вам о классных средствах, особенно в формате фаворита бренда, потому что я уверена, что у вас, так же, как и у меня, бывает такое, что у одного бренда купил одну баночку, другую, третью, и понимаешь, что там масса хороших средств, и вот именно на такой бренд я и решила снять для вас обзор. Один бренд у меня просто заполонил полочки за последнее время очень активно, и это бренд Xiao Kao. Расскажу вам о своих фаворитах бренда, так что усаживайтесь поудобнее, не забывайте подписываться и ставьте пальчики вверх, это очень помогает продвижению видео. Хочу начать с того, что это креативный, вы можете заметить по упаковке, российский бренд косметики для ухода за кожей. Помимо необычного дизайна упаковок, вы сейчас обратите на это внимание, там просто максимально эффективные составы, замечательные просто. Поэтому, собственно, я к данным средствам потянулась, я люблю, когда составы рабочие, все средства разработаны дипломированным химиком-технологом. Средства производятся командой профессиональных косметических химиков России, так что внушает доверие. Давайте уже подробнее о каждом средстве. Готовьтесь конспектировать и делать скрины. Начнем мы с вами с пенки. Я ей уже умылась. Пенка деликатнейшая, мягкая. Я обожаю, когда умывалка не просто смывает загрязнение, а еще помимо этого и уже начинает уход за кожей благодаря своим активным компонентам. И здесь это именно тот случай. У меня всегда, знаете, пробуксовка в этом моменте. Я не знаю, насколько для вас о многом говорят компоненты, но здесь действительно супер рабочий состав. Она эффективно удаляет любые загрязнения, пыль, излишки себума, остатки средства для демакияжа, даже макияж с глаз легкий тоже она способна смыть. В составе пробиотик лизат лактобактерий, он способствует восстановлению и поддержанию естественного баланса микрофлоры кожи, что очень благотворно влияет на сужение пор, на борьбу с несовершенствами в виде черных точек. Также составит глицерин, гиалуроновая и молочные кислоты, они обеспечивают классное увлажнение. Пенка здорово сохраняет гидролипидный баланс, то есть никакой сухости, никакой лишней жирности. Клетки дермы обновляются, соответственно, мелкие морщинки пропадают, новые не появляются, так как кожа не повреждается. Плюс ко всему, пенка аллергенна и потрясающе пахнет чистотой. Тот самый аромат, за которым все гоняются, так что, девочки, нам надо must have, ну и упаковка. Далее средство, которое мы сейчас с вами будем наносить. Я готова петь ему оды, это восстанавливающая маска. Поэтому я убираю волосы от лица и приближаю вас. На мой взгляд, эта маска должна быть у каждой, потому что она просто на любой случай. Это такой, знаете, преображариум для кожи. Она потрясающе подготавливает кожу к макияжу, особенно визажисты, имейте это в виду, для невест, для моделей, которые очень часто приходят с поврежденной кожей. Эта маска просто преображает кожу, моментально восстанавливает ее. Я наношу ее нежирным слоем. Я наношу ее плотным слоем, сначала вот так вот распределю, и потом по необходимости уже добавляю. Просто пальцами, мне так удобнее и быстрее всего. Замечательно распределяется, у нее такая прям воздушная, очень такая приятная текстура, податливая. Как я уже сказала, она просто на любой случай, при подготовке к макияжу обязательно в кейс визажисту, также она на каждый день просто для глубокого ухода подходит. Как увлажнение кожи после загара, помимо этого и успокоение, конечно же, успокоение. Устранение сухости после хлорированной воды, так что имейте в виду, кто в отпуск собирается. Омоложение, оздоровление кожи. Ну, в общем, она вам точно нужна, просто попробуйте. Простой, эффективный, люксовый уход по приятной цене. В составе есть фолиевая кислота, именно поэтому я зацепилась за эту маску. Она восстанавливает и увлажняет чувствительную кожу, омолаживает и подавляет рост акне. Это тоже немаловажно. Помимо этого, там очень много других компонентов, которые преображают нашу кожу. Так что, пока маска работает 10-15 минут, расскажу вам про еще одно свое любимое средство данного бренда. Это мицеллярная вода. Но на самом деле, мне ее даже водой тяжело назвать. Она как кокосовое молочко. Вообще такая, я впервые такое средство вижу. Тут идет микроэмульсия из масла органы, поэтому она просто мгновенно растворяет макияж. Никаких трений, никаких раздражений, просто все моментально, быстро и
кожа при этом вообще не повреждается. Посмотрите, у нее прям действительно сливочная текстура, и она также не просто очищает, но, конечно же, ухаживает за кожей, успокаивает, защищает ее. Мы ее традиционно с вами наносим на ватный диск, снимаем макияж, и потом не забываем умыться. Это очень важно, мы любую мицеллярную воду смываем. У меня идет сначала так, потом так. И уже приступаем к основному уходу. Пока я тут болтала и все вам показывала, я уже могу пойти смывать маску. Сейчас вернусь. Просто потрясающее чувство. Кожа действительно как зефирка. Вообще воздушная, чистая, легкая, увлажненная, напитанная. Очень красивая, вы видите, да? Прям она... Эффект до-после очевиден сразу. То есть какие-то покраснения успокоились. Блестит изнутри. То есть она вообще не липкая, увлажненная. Я даже блестит это слово не могу применить. Она просто... Внутреннее какое-то свечение здоровое, просто младенческая кожа. Сейчас я хочу вам рассказать про тоники. Вы знаете, мою любовь просто к этим средствам. Летом я сидела плотно на мультитонинге. Это такой прием в уходе, когда ты наслаиваешь тоники. Я была просто счастлива, поэтому, конечно же, на одном тонике не остановилась. Хочу начать с кислотного. Потому что я убеждена, что кислотный тоник должен быть у каждой и у каждой вообще, в принципе, косметички. Это залог красоты и чистоты кожи, но используем мы его вечером. Я без кислотных тоников не жилец, и этот просто невероятный. В составе у него идут фруктовые кислоты. Они кожу не только отшелушивают и обновляют, но и увлажняют. Кожа свеженькая, сияющая, цвет у кожи после тоника ровный, сияющий, яркий при этом. Знаете, бывает тускло. Кожа. После кислотного тоника вам обеспечена яркая, насыщенная кожа. При этом в составе тоника идут сразу и успокаивающие компоненты, так что никаких раздражений у вас не будет. Лучше всего кислотные тоники работают при использовании с ватным диском. Я использую безворсовые диски. Здесь будет картиночка этого диска. Здесь у меня только для снятия макияжа, потому что это утренние средства у меня, вечерние наверху. Так вот, специальные диски, как для маникюра, знаете, и они потрясающе просто полируют кожу, и кислотный тоник с ними работает намного лучше. Наносим на ватный диск, протираем и наслаждаемся. Я умоляю, если вдруг вы решились, да и в принципе в период использования кислотных тоников, не игнорируйте использование SPF-защиты. И дневной базовый тоник, который просто тоже покорил мое сердце, потому что он, во-первых, с распылителем, ничего тереть не нужно. Обожать! Это безумно удобно, это используется и в качестве подготовки кожи, то есть как тоник, и поверх макияжа. Я обожаю использовать такие средства, просто безупречно работают. В составе бета-глюкан, просто как рыцарь, успокаивает кожу и защищает ее от всех бед. Пробиотики мои любимые, конечно же, чтобы ничего грязного и вредного в течение дня не проникло. Так что это однозначная рекомендация для всех, упаковка просто искусство. Далее из безумно понравившихся мне средств это крем для лица дневной. Вы просто посмотрите на эту милейшую упаковку. И я очень сильно люблю вот такие вот выдавливающиеся кремы для лица, потому что можно использовать до конца, и это гигиенично. Он тоже достаточно универсальный, на мой взгляд. Он увлажняет кожу и питает ее, но при этом без утяжеления. Главное меру нанесения определить для себя. Конечно, если много нанесете, будет прямо очень питательно. Если в меру нанесете небольшое количество, то будет прям то, что нужно. Текстура у него просто нежнейшая. В составе крема идут антиоксиданты, они очень классно защищают кожу. Также там идет ферментированное масло зеленого чая, ниацинамид, фосфолипиды. Но вы сами понимаете, что это лучшие друзья нашей кожи, которые ее восстанавливают, делают здоровой, гладкой. На этом ценнейшие ингредиенты не заканчиваются, они все направлены на преображение любого типа кожи. Макияж на него ложится безупречно, кожа под ним не жирнится. Несмотря на то, что написано, что он дневной, я его использую и утром, и вечером. Знаете, это тот самый баланс крема. Вот бывает такой гелевый, и его не хватает. Он моментально впитывается, и кожа уже чувствует недостаток влаги. Либо бывает наносишь, и он сразу жирный, хочется его поскорее смыть. Здесь нет, здесь идеальный баланс. Чувствуешь, что есть питание, есть прямо глубокое увлажнение, но нет дискомфорта. Расход очень экономичный. Я все жду, когда он похудеет уже, но этого прям не происходит. Надо маленького количества, чтобы увлажнить и напитать кожу, а дизайн, ну, вы сами видите, точно и как у всех. Бальзамчик для губ, конечно же, куда же я без бальзамов. Посмотрите, какой у него интересный желтый цвет. Желтый цвет у него за счет рибофлавина, это такой витамин.
Дизайн, конечно, милейший. Я благодаря дизайну сразу его в сумочке нахожу. Прекрасно увлажняет губы. Самое главное, что защищает их от обветривания. Кондиционеры зло. В машине, везде. Помады на бальзам ложатся просто как шелковые. Так что очень хорошенький, миленький, приятный. И пару продуктов для тела я тоже приобрела, чтобы ознакомиться. Сначала вот такой вот крем для тела. У меня аромат Мантра. Просто чудо для тех, у кого сухая кожа. Питает, увлажняет, наполняет. Кожа после него упругая. Идеальное спасение для тех, у кого сухая кожа. У меня она еще постоянно шелушится. Знаете, я в этом плане лентяй. Я всегда про это забываю, про тело. То есть с лицом, с волосами, с головой все сделала манипуляции. А тело, ладно, здесь меня привлекает аромат, и у меня к нему постоянно тянется рука. Кстати, у всех средств какие-то свои уникальные, роскошные, очень дорогие ароматы, которые тоже привлекают к использованию средств. Я использую его каждый день, кожа стала упругая, даже после душа, то есть это эффект такой прям глубокий. В общем, увлажнение надежное, состав можете посмотреть, я, кстати, все ссылочки оставлю в описании, вы увидите состав и будете в приятном восторге, я уверена. Липкости на коже не оставляет, эффекта пленки, какого-то конденсата, ну то есть многих средств, вы знаете, такое бывает, здесь вообще нет, так что очень рекомендую. И крем для рук мне тоже очень понравился. Собственно, как везде, сухая кожа, все сохнет. Аромат у крема очень пленяющий, но не тяжелый. Так же, как и в креме для тела, есть воск рисовых отрубей, и он позволяет влагу в кожу удерживать. Кожа защищена, не повреждается, что очень важно, особенно сейчас, когда уже приближается осень. Ну и лето на самом деле тоже пересыхает все знатно. В сумочке тоже прекрасно себя чувствует, от рук всегда такой легкий, приятный шлейф. И руки к нему прекрасно тянутся, так что тоже могу смело рекомендовать. На самом деле с таким уходом вообще не хочется наносить никакой макияж. Чувствует себя кожа прекрасной, защищенной, увлажненной. И вообще, откровенно говоря, бренд меня очень сильно впечатлил. Я безумно хочу попробовать сыворотки, обязательно это сделаю. Там тоже составы и активные компоненты безумно интересные. Упаковки, формулы, эффективность, все просто на высшую оценку. То есть я вижу эффект на коже, она себя потрясающе чувствует, красивые упаковки, приятный аромат. Мне очень приятно этим пользоваться. И, кстати, что хочется сказать, взяла, чтобы вам показать. У бренда есть вот такой вот welcome box. И там идут все бестселлеры, по-моему, 6 бестселлеров бренда, чтобы вы смогли попробовать, а не покупать сразу банки большие, чтобы вы поняли для себя, что вам подходит, что вам нужно. Причем пробничек такой внушительный, не на один раз. Попробовали и приняли решение о покупке. Пожалуйста, пускай все бренды делают вот такие вот welcome-боксы, потому что... Ну, иной раз с уходом, знаете, хочется для себя заранее попробовать, подходит или нет. Хочу ли я покупать полноразмер или нет. Так что ссылочку на welcome box я тоже оставлю в описании. И, кстати, напишите в комментариях, может быть, вы уже что-то пробовали от данного бренда, как вам впечатление. Я насмотрелась на отзывы, и на самом деле отзывы мне во многом помогли к приобретению, подтолкнули меня к приобретению, потому что прямо очень сильно хвалили, и я теперь... поняла, что хвалили заслуженно. Так что открывайте описание под видео, там будет список всех средств с ссылками. Если это видео было для вас полезным, обязательно поддержите его пальчиком вверх, как я уже не раз говорила, это помогает видео показываться другим людям. Ну и самое главное, конечно же, никогда не забывайте, что каждый и каждый из вас прекрасны в любом виде. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Всем красивой кожи.